Искусство и человеческая хитрость укращают воды, на которых стоит Люцерн, в том месте, где они впадают из Фирвальштеттского озера в Ройс и покидают территорию Центральной Швейцарии. На берегах Ройса располагаются рынки, возвышаются церкви, прижимаются друг к другу дома горожан. На площади Капельплац стоит дом семьи Бальтазар, возле моста еще один. Семья Бальтазар, род, из которого вышли члены городского совета и судьи, городские архитекторы и аббатисса, просветители и историки. Умы Люцерна. Франц Урс Бальтазар, основавший в 1761 году вместе со своими соратниками гельветское общество. Йозеф Антон Феликс, сын Франца Урса, активный деятель просвещения в католическом Люцерне, на протяжении 10 лет являлся президентом Государственного совета Люцерна. При поддержке своего сына Йозефа Антона открывает частный книжный магазин семьи Бальтазар и тем самым закладывает фундамент Люцернской кантонской библиотеки. Францисканская церковь Святой Марии, приходская церковь семьи Бальтазар. Здесь спустя два дня после своего рождения, 14 августа 1905 года, был крещен Ханс Урс, первый сын Оскара Бальтазара и Габриэлы Пицкер. Семья архитектора кантона живет наверху у подножия холма Вилли Гибралтар. Здесь Ханс Урс проводит свое детство вместе со своими младшими братом и сестрой. После начальной школы он проводит несколько лет в бенедиктинской гимназии в Эгельберге. После обучается в Фельдкирхе у иезуитов. Дальнейшие места обучения – Вена, Берлин, Цюрих. Получение докторской степени в 1928 году. Продолжение в апокалипсисе немецкой души. Серьезное научное усердие, прежде всего заново открытые, переведенные и исследованные работы Оригена и Максима Исповедника. С 1940 года он является духовным наставником студентов в Базеле. Основывает свое собственное издательство «Йоханнес Ферлаг». В Швейцарии все еще действует запрет ордена иезуитов. Лица, оказавшие на него сильное влияние. Эрих Пшивара в Мюнхене, католическое руководство. Анри де Любак в Лионе, возвращение к истокам. Госпожа Кеги в Базеле, самосознание католиков-мирян. 1950 год. Переломный год, выход из ордена после основания Светского института. С этого момента Бальтазар получает признание как писатель-теолог, переводчик французской поэзии, предводитель духовного движения, приглашенный докладчик различных кафедр Европы. В то время как в 50-х годах он был единственным критиком закостенелого католичества, в 70-х он становится убежденным реставратором. Позже, после Второго Ватиканского собора, Римская конгрегация доктрины веры назначает его своим советником. Его наследие – проникновенные переводы Кладеля и других религиозных поэтов и мыслителей. Теологическая эстетика, 7 томов, учение о красоте и сиянии Господа, открывшего себя миру в облике Иисуса Христа. Теодраматика, 5 томов, учение о борьбе во имя добра между свободным Богом и свободным человеком. Господин Ханс Урс фон Бальтазар, вы родились в начале 1900-х. От начала следующего столетия нас отделяет не так уж и много лет. Важнейшими событиями этой эпохи для наших современников стали две мировые войны, невероятный цивилизационный прогресс и повсеместно ощущающаяся сегодня ограниченность данного роста. Вы, как теолог, смотрите в бесконечное, вечное. Как вы оцениваете эту эпоху? Она кажется мне очень долгой. Но, начиная с моей юности, которая уже очень далеко, через нее проходит единая нить. Я вырос в очень конвенциальном католицизме. В колледжах я застал более-менее благополучный мир.
Кстати, мировая война прошла для меня в юности довольно-таки незаметно. Я еще учился в школе, когда я постоянно приносил домой журналы, сообщавшие о том, что происходит в Марне. Годы после войны были несколько тяжелее и мрачнее. Послевоенное время еще ощущалось в колледже, особенно сильно в Вене. Это был бедный город, который мне очень понравился. Оставшееся до начала Второй мировой войны время я частично провел в Париже. После этого я работал в Мюнхене, в Штиммен дер Цайт. Видел дефилирующего Гитлера и слышал по ночам, как маршируют эсэсовцы. С 1940 по 1950 годы я был в Швейцарии. С террасы на Рейне, где я жил, я мог видеть и слышать бомбы и гранаты, пролетающие над рекой. Потом, после собора, возникло новое католичество. Вообще-то, я ожидал чего-то подобного. Я предвидел, точнее, предсказал что-то подобное в статье «Разрушение бастионов». Примерно так все и вышло. Довольно много, что было сокрушено, и мой старый друг Карл Раннер сказал, «Раньше мы были левыми, теперь мы внезапно стали правыми. Однако мы сами совершенно не изменились». И это действительно так, по крайней мере для меня. Основа нашей позиции всегда оставалась неизменной. Это сущность христианского откровения. Если уж вы заговорили о сущности христианского откровения, то не кажутся ли вам все происходящие события чем-то вроде ряби на воде над бесконечной морской глубиной? Это несколько больше, чем рябь на воде. Это история откровения в мире, и она может быть очень бурной. Как раз-таки история христианства может быть очень бурной. Для нашего современника неважно, верит ли он в цивилизацию и ее прогресс, или, наоборот, смотрит на него критически. История является результатом его собственной деятельности, результатом мира, который он сам творит. Является ли история чем-то иным для теолога? Возможно, у теолога более отстраненный взгляд на вещи? Несомненно. Однако Бог создал человека свободным и дал ему этот мир во владение. Человек должен формировать этот мир. Конечно, Бог сохраняет свой контроль над миром и следит за тем, чтобы он не был разрушен полностью. Однако, по большей части, ответственность за то, что происходит, лежит на нас. Это правда. И даже политик-христианин не может сослаться на то, что вообще-то Бог направляет историю. Нет, ни в коем случае. Конечно, он может это осознавать, потому и существует христианская молитва, чтобы сделать Господни силы, так сказать, более ощутимыми или действенными. Однако это делается не одними молитвами. Но каким образом он должен свести воедино и то, и другое? Осознание, что некто другой направляет, хотя думает он сам, это не некто другой. Это некто, кто есть все, согласно одному из описаний Бога, которого человек не может постичь. Однако он не является кем-то сбоку. Таким образом, ответственность человека и божественная воля не противоречат друг другу? Ни в коем случае. Ни в коем случае. И было бы абсолютно бессмысленным спекулировать о том, каким образом они должны функционировать по отдельности. Давайте вернемся во времена вашей юности. Вы рассказали, что когда началась Первая мировая война, вам было 9 лет. Когда война подошла к концу, вам было 14. Тогда в Швейцарии началась всеобщая забастовка. Ощущали ли вы какие-либо отголоски происходящего в вашем буржуазно-католическом мире в Люцерне? В то время я был в Энгельберге. Никто из нас не ощущал влияние происходящих вокруг событий. Мы жили в очень замкнутом монастырском мирке. У нас были свои интересы, очень сильные, музыка и многое другое. Однако о том, что происходило снаружи... Что ж, мы не читали газет. У вас не было газет? Газеты доставляли для отцов, но не для нас. А когда война только началась? Я тогда был на выставке в Берне, совсем еще маленький, и мой отец сказал, «Нам нужно домой». Он имел в виду, началась война. У меня не было никакого полноценного представления о том, что это такое.
Однако из вашей семьи вышло немало политических деятелей. У вашего отца, как у архитектора кантона, была и политическая должность. И в подобных семьях зачастую бывает так, что человек становится либо политиком, либо военнослужащим, либо священнослужителем. Вам никогда не предрекали будущее в политике? Нет, никогда. Я с самого начала интересовался гуманитарными науками. И меня стращали, что мне ни в коем случае не стоит открывать рот по вопросам политики. Якобы я ничего в этом не смыслю. В принципе, так оно и есть. А ваши предки? Вас крестили во имя Франца Урса, который был известным просветителем XVIII века. А, пожалуй, еще более известными были его сын Йозеф Антон Феликс, живший во времена Французской революции, и его внук Йозеф Антон. Они основывали библиотеки и продвигали идею народного образования. Это каким-то образом повлияло на ваше воспитание? Нет. Мы не знали этих людей. Хотя у нас и была семейная книга. Ребенком я никогда ее не видел. Да мне и не было интересно. Нас в раннем возрасте отправляли в колледж, и там мы проводили 8 или 9 лет. К тому времени мир уже стал совсем другим. Все это прошло мимо нас. Вы посвятили свою диссертацию вашей матери. Она умерла в том же году, когда вы вступили в орден иезуитов. Что кажется вам самым важным из того, что она успела вам дать? Великолепный пример терпения и страдания. Никто не верил, что у нее была тяжелая стадия рака. И каждое утро она спускалась с горы, на которой стоял наш дом, к церкви. Это совершенно незабываемый образ. Как бы это сказать, мы не были очень близки и не всем делились друг с другом, но почтение, я имею в виду почтение к обоим родителям, всегда было очень большим. Какую роль сыграла в вашей жизни ваша родина, Люцерн? Или Базель, в котором вы живете уже больше 40 лет? Есть ли в ваших работах что-то, что могло родиться лишь на этой земле? В этом я сомневаюсь. Это родилось в Вене, а также на французской земле. Конечно, многое вышло и из Германии. Но со Швейцарией я не особо связан. Здесь никому ничего от меня не нужно. И я рад, что я могу наслаждаться спокойной жизнью в городе, откуда можно быстро добраться до Парижа, Кёльна или Мюнхена. Ваша семья отправила вас в гимназию в Энгельберг, к бенедиктинцам и в Фельдкирх, к иезуитам. Вы уже начали говорить о католичестве этой эпохи. Позже вы стали сопровождать одного молодого человека, Йозефа Раста, по его гимназическому и университетскому пути. После его ранней кончины вы опубликовали его письма. Вы написали к ним вступление, в котором содержатся следующие слова. «Он, Йозеф Раст, сделал свой выбор и пошел своим путем в стороне от столь многих затхлых, высохших и лицемерных луж католицизма. Соответствует ли это описание тому, как вы сами воспринимали католичество?» Это довольно сильное высказывание. Но и он был очень проницательным. Он был полностью настроен на окончательное решение, на культурное решение. Он хотел обновить швейцарское католичество. Когда вы были в гимназии, казалось ли вам католичество чем-то, что обязательно должно быть обновлено? Почему вы, например, перешли от бенедиктинцев к иезуитам? Нас было трое хороших друзей. И мы поняли, что с нас довольно уже этих монастырей. Мы хотим дышать иным воздухом. Мы были чрезвычайно самостоятельны и ничего не сказали своим родителям. Просто переехали в Фельдкирх. Позже мы, опять-таки ничего не сказав родителям, отправились в Цюрих получать аттестат задолго до положенного срока. С огромным трудом мне это удалось, и дома все были очень удивлены, когда я внезапно стоял на пороге. Они подумали, что меня выгнали из гимназии, однако у меня был с собой мой аттестат. На полтора года раньше, чем планировалось. Вы учились в довольно известной иезуитской школе в Фельдкирхе. Почему же вы сразу не пошли к иезуитам? Я не думал об этом. Вообще нет.
На втором месте после музыки меня больше всего интересовала поэзия и еще немного философия. Я лишь в Вене впервые понял, что может дать философия. Почему вы отправились именно туда сразу после окончания мировой войны? В столицу рухнувшей австро-венгерской монархии. Я точно не знаю, но мне кажется, что из-за музыки. Да, скорее всего так. Что именно в ней вас так привлекло? Мы устраивали музыкальные вакханалии, концерты, мессы с оркестром, оперы, все, что только угодно. Каждое воскресенье в Вене я мог с утра до вечера слушать музыку. А музицировали ли вы сами? В Вене у меня было фортепиано. У меня тогда был один очень хороший друг, очень важный для меня человек, Рудольф Аллерс. Он был медиком, он был психологом, он руководил институтом психологии. Он был философом. Он был, наконец, христианским теологом. Он был перекрестившимся иудеем, переводил Фому Аквинского, Ансельма. Он принял меня в своем доме, и мы прекрасно проводили там время. Каждый вечер мы играли симфонию Маллера в четыре руки. Это было нашим способом отдохнуть. Но вы, тем не менее, позже переехали в Берлин. С какими духовными и политическими движениями вам удалось там соприкоснуться? Я подумал, что пришло время для чего-то нового. Вечно оставаться в Вене казалось мне недостаточным. В Берлине было ужасно. Город просто омерзительный. Лишь один человек был утешением для меня – Романо Гвардини. Он как раз недавно переехал в Берлин из Ворцлава. У него была своя особенная кафедра вне факультета с небольшим количеством слушателей. Нас было 6 или 7 человек на семинаре, и мы читали Киркегора. Это было чудесно. И в то же время вы занимались написанием своей диссертации. Вы писали и в 1928 году завершили работу, которая впоследствии стала апокалипсисом немецкой души. Это каким-то образом связано с тем, с чем вы столкнулись в Берлине, например, в духовной или политической сферах? Нужно подумать, как я пришел к этой теме. Я хотел приблизиться к истокам значительных решений великих немецких мыслителей и поэтов. Апокалипсис ведь означает раскрытие, и таким образом к истокам немецкой души. Получилось от Канта до Блоха. Он как раз издал свои первые книги. Шеллер был в расцвете, его я еще успел послушать в Берлине. Карл Барт как раз начинал. Но почему же тогда на Земле всех этих мыслителей, великих умов, происходит такая война? Потому что человек свободен. Бог никого не принуждает вступать в это загадочное христианство. Всегда есть причины для отказа. Если вы посмотрите на историю церкви, то услышите: «Руки прочь!» Единственная возможность – это прямая конфронтация с источниками. Вы уже тогда общались с иудеем Мартином Бубером. Было ли это своего рода искуплением вины за то, что христиане сделали с иудеями? И может ли вообще христианин воспринимать всерьез иудея, если он постоянно интерпретирует Библию иудеев через призму Нового Завета? То есть не оставляет им ничего собственного. Знакомство с Мартином Бубером было отчасти очень интенсивным. Я часто видел его в Цюрихе, он тоже вошел в наш круг. Это был необычайный вечер. Он всегда занимался с отдельными студентами. Он стоял в середине квадрата и по очереди обращался лично к каждому. Персонализм. Это было столкновение между Старым и Новым Заветом. Речь все время идет об этом столкновении. Я после написал о нем одно сочинение, которое ему не понравилось. И он тогда отчитал меня, как какой-то ветхозаветный пророк. Другие иудеи сказали: «Вы очень точно это описали». Однако оставим мы эту тему, пожалуй. В 1929 году вы вступили в орден иезуитов. Как мы должны это себе представлять? Вы новоиспеченный доктор философии, вы много где побывали во многих больших городах, и тут вы приезжаете в Фельдкирх и должны делать духовное упражнение, чистить картошку.
Краткая хронология. Я учился в Вене. Делал там так называемые духовные упражнения. И тут внезапно во все включился смысл жизни. Представьте себе, я проучился 8-9 семестров, не имея ни малейшего понятия, чем я буду заниматься в дальнейшем. К сожалению, так все и происходит. Я думал, может быть, я буду преподавать в гимназии в Люцерне или что-то типа того. Но нет, меня будто бы молнией ударило. Тебе нужно туда. Тогда я быстро завершил свою докторантуру в Цюрихе. Мой профессор хотел отправиться на каникулы, взять продолжительный отпуск, поэтому мне нужно было торопиться. Каким-то образом я сдал экзамены. И уже тогда, когда я выпустился, я пришел в орден. Однако между этими событиями прошел еще один год. Каким был для вас период послушничества? Это ведь очень жесткий старт, когда приходится делать самые банальные вещи. Честно говоря, только между нами. Это было скучное время. Слишком долго. Сегодня все устроено совсем по-другому. Нужно было просто пережить это. И, конечно же, я был самым старшим из всех, остальные были моложе меня. Однако это закончилось, и философия закончилась тоже. Она была для меня сокращена, так как я уже многое слышал до этого. Вы изучали философию в Мюнхене и познакомились там с одним человеком, который был очень важен для вас. Эрих Пшивара. Да, это был невероятный человек. Пожалуй, один из самых смышленых людей, которых я когда-либо встречал. К сожалению, не совсем уравновешенный. Позже он начал очень колебаться в уме. Явно болезнь. Но в то время он был на пике своей интуитивной силы. И он всегда мог любого поставить на место. Можно ли сказать, что он в свое время попал под влияние чего-то вроде католического юношеского движения, еще из 20-х годов? Точно нет. Он был сам по себе. Гвардини и молодежь я встретил уже гораздо позже, и студенческим пастором я стал лишь в 40 лет, уже после теологии. Тогда я начал работать с молодыми людьми. Пшивара и вас поставил на место. Он обладал качествами лидера. Я прочитал у него следующее предложение. «Заседание академиков — это заседание руководства». И мне вспомнилось, что я узнал о том, что вы каждый год в предрождественское время собираете в уединенном местечке около 300 академиков, чтобы читать им доклады. К чему ведет подобное духовное руководство? Когда я был студентом, я всегда участвовал в подобных мероприятиях, неважно, в Зальцбурге или в Инсбруке. Там были доклады всех, кто в те времена был известен, где-то человек 30. Для нас это всегда было знаком того, что христианство еще живо. Вопрос, который я тогда обсуждал с Робертом Растом, был новый. Каким образом можно поставить на ноги во время и после войны католическое руководство? После Раст ушел. Там было несколько неплохих людей, которые занимают высокие позиции. Главный директор Нестле и федеральный судья Лозанны и многие другие высокопоставленные швейцарцы. Это была фаза, когда мы пытались обучить людей философии, основам теологии, этике и государствоведению. Это было время между 40-м и 55-м годами. Потом пришла совсем другая молодежь. Теперь я взаимодействую с молодежью, например, с молодыми немецкими теологами, которые сыты по горло тем, что им рассказывают на лекциях, назначенные им профессора. Они снова хотят чего-то совершенно иного. Теперь мы дошли до сообществ мирян. Дошли. Но, пожалуй, стоит упомянуть еще одного человека, который сыграл значительную роль в вашей жизни. Анри де Любака. Вы познакомились с ним в Лионе, куда вас отправили изучать теологию. Кстати, Анри де Любак, уже пожилой человек, был возвышен до кардинала в 1983 году.
Как мог этот человек сподвигнуть вас, изучавшего новейшую интеллектуальную историю и философию, от идеализма до экзистенциализма, как смог он сподвигнуть вас к изучению древних теологов первого тысячелетия? Я, пожалуй, выражусь грубовато. Лекции по теологии были настолько скучными, что мы, несколько студентов, например, ставший впоследствии кардиналом Даниэлу, который сидел рядом со мной, ныне покойный Фессар Буяр, также покойный, целая банда, мы сказали себе, нам нужно найти источники. И мы стали изучать отцов церкви. Любак знал о них все. Он дал нам все свои конспекты. Он прочел все на свете и всегда мог сказать со своей милой улыбкой «Regardez mes papiers». То время также было раздираемо между силами Востока и Запада. В то время, время от времени случались конфликты на тех же территориях, что и сейчас, в Восточном Средиземноморье, на Ближнем Востоке. И уже тогда для этого были свои религиозно-политические основания. И если вы сравните борьбу этих сил с сегодняшними, согласитесь ли вы, что история того времени должна, может, преподать урок нам сегодня? Особенно сильно меня увлек Максим Исповедник, так как он противостоял всей Восточной империи в одиночку по вопросам христологии и был единственным, кто оказался прав. Это был настоящий теолог и настоящий храбрый человек. Он стал мучеником, ему отрезали язык и после чего убили. Он отправился в Рим и вместе с папой, которого император также отправил в изгнание, продолжал отстаивать православие. Именно это больше всего заинтересовало меня в этом человеке. Он умер в примерно 650 году. Как может подобный человек, который без сомнения являлся истинным исповедником, стать примером для сегодняшнего человека, которому приходится каждый день бессильно наблюдать за всеми этими кровавыми событиями на Ближнем Востоке. Пожалуй, и правда лишь силой своей веры. Ну, то есть, есть, конечно, и политический аспект. Он существовал и в прежние времена, но был совершенно не таким, как сегодня. Но то, что отдельный человек выстоял, от массы я ничего не ожидаю. И то, что народы можно натравить друг на друга, мы видели уже во времена Чингисхана. Я думаю, что отдельные люди творят судьбу мира. Вы сказали, что он оказался прав. Он был настоящим православным, правоверным человеком в христологических спорах. Но тому, кто изучает наше время, может показаться, что вера в то, что только мы одни знаем истину, является одной из самых больших ловушек и одним из самых больших искушений как для отдельного человека, так и для религии в целом. Карл Поппер сказал однажды, «Прекратите позволять людям умирать за идеи». Ну, христиане умирают не за идеи. Они следуют за Христом. Это нечто совершенно иное. Если некто не хочет посмотреть в глаза феномену, который мы называем Христом, и для которого нет никакой аналогии в интеллектуальной истории и истории идей, то этому человеку я не могу помочь. Я понимаю такого человека и ему подобных. Несколько дней назад у нас было собрание по поводу контактов между христианством и дзен-буддизмом. Я прекрасно понимаю этот поиск абсолюта. Я понимаю все формы серьезной религиозности. Я даже могу полностью понять атеиста. Но я могу говорить с ним, лишь ссылаясь на феномен. Следование Христу, которое вы уже упомянули, также связано с евангельскими советами бедности, послушания и безбрачия. Про иезуитов говорят, что им характерна рабская покорность, неизменное послушание в любой ситуации. Однако вы после 21 года жизни в ордене нарушили это послушание. Вы покинули орден.
Нужно понимать, вы тогда жили в Базеле, вы были студенческим пастором, это одна из самых удачных возможностей иметь руководящую, ведущую должность, какая только может выпасть иезуиту. И быть более католическим, чем иезуит, если использовать обиходные выражения, вообще-то невозможно. Что двигало вами? Не является ли это само по себе противоречием? Да, вы знаете, сложно сказать это на публику. Я хотел быть послушным святому Игнатию в том смысле, что я бы воплощал его идеи. Вообще-то, по его инициативе, не в формате закрытого ордена, а в миру. Я хотел свести все, что было у Игнатия, к его истокам. Игнатий сначала был мирянином и начал изучать теологию под давлением. Его принудила инквизиция. Он никогда так и не стал великим теологом. Но ему пришлось основать монастырский орден. К этому истоку я, так сказать, и отправился, к сообществу мирян. И то, что я наблюдаю в современной церкви, это что ордена находятся в кризисе. В то время как сообщества мирян нет. Они вырастают повсюду, как из-под земли. Можно ли тогда назвать вас своего рода основателем нового ордена, если вы говорите, что вы могли бы быть более верным приверженцем Игнатия, более последовательным, чем внутри ордена? Так сказать нельзя. Ведь он сам хотел основать этот орден, и он без сомнения его сохранит. Он отец этой идеи. К этому стоит добавить еще один фактор, который мы еще не упомянули. 60 томов Адриен фон Шпайер, которые я выпустил в моем издательстве. Это была женщина, крещенная мною в христианство в 1940 году, когда я приехал в Базель. Доктор, у которой и была эта концепция. И мы сначала распространили эту идею среди студентов и студенток, и даже организовали небольшие группы. Это, конечно же, привело к определенному конфликту с орденом, который потом был очень дружелюбно и по-хорошему урегулирован. Генерал-настоятель в Риме оказался очень понимающим и сказал: «Если вы считаете, что вы должны это делать, то делайте». Возможно, мы сначала должны объяснить, что такое светские институты. До этих пор женщина могла, например, стать матерью или пойти монахиней в монастырь. Что происходит, если женщина становится членом светского института? Ну, она следует так называемым евангельским советам. Это означает послушание главе группы. Она будет работать по своей светской профессии. В нашей группе, например, есть женщины-врачи. Одна женщина-архитектор, преподавательница гимназий и представительницы других профессий. Существует некая форма бедности. Мне не нужно ничего, помимо самого необходимого. И есть множество способов, как можно придерживаться такого нестяжательства. Можно собирать деньги и передавать их неким людям. Или есть специальные институты, которые каждому говорят: «Распоряжайся своим имуществом в духе бедности». Безбрачие, конечно, тоже сюда относится. Как в женских, так и в мужских, и, само собой разумеется, в священнических институтах, о которых очень много упоминается в новом церковном праве. Но ведь Адриен фон Шпайер, чье настоящее имя госпожа Кегги, была замужем до своего прихода в христианство. Была сила ее убеждения настолько сильной, или вы оба были настолько убедительны, что вы отважились начать продвигаться и в совсем другой области? Идея светских институтов обсуждалась со времен Французской революции, и ее корни, как вы уже сказали, в связи с Игнатием, уходят гораздо глубже. Однако церковь признала их лишь в 1947 году, а Адриен фон Шпайер основала свой институт уже в 1945 году. Это не было никаким основанием. Это было собрание людей, которым была предложена эта идея, и они согласились участвовать.
Вообще мы оба, так как мы не очень много знали о подобных вещах, были удивлены, когда в 1947 году вышло папское циркулярное письмо «Провида Матер», и таким образом мы смогли начать работать в этих рамках. Вы сказали, что таких светских институтов сотни. Конечно, и светские институты не защищены от опасности и заблуждений. Вы позже сами подвергли жесткой критике один из подобных светских институтов. Вы как-то назвали устав основателя Opus Dei Escrivi de Balaguera руководством для высших следопытов. Я и сегодня подписался бы под этим. Однако давайте оставим в стороне Opus Dei. Он больше не является светским институтом, он вышел из-под крыла светских институтов, хотя этот документ 1947 года и был создан специально для Opus Dei. На данный момент они являются персональной прелатурой, как это сейчас называют. Меня куда больше интересуют другие вещи, а именно спонтанные движения, которые сперва являются не светскими институтами, а лишь новыми группировками внутри церкви, из которых потом выходит некоторое ядро людей, следующих евангельским советом. Так это было у движения фокаляров. Так было в коммунионе Элиберционе. Это огромное движение в Италии, которое сейчас проникает в Швейцарию. Во Фрибуре это тичинцы, Германию и Францию, а также в Африку и Южную Америку. Я очень признателен этому движению, так как они, в противоположность закрытым, загадочным вещам типа Opus Dei, очень открыты. Любой может войти или выйти, как и когда ему захочется. И это невероятно заразительная вещь. Я очень дружен с основателем движения. Очень позитивным и естественным человеком. В вашем кабинете стоит фигурка Божьей Матери. Мы до этого говорили о вашей матери. Мы поговорили об Адриен фон Шпайер. Вы перевели на немецкий язык одну работу Тейяра де Шардена. «Вечное женственное». Это комментарий Анри де Любака к стихотворению Тейяра де Шардена. В нем Тейяр де Шарден ставит женское очень близко к божественному. Как это сочетается с «не к божественному», извините? Но для него женское является воплощением творения мира. Бог — это мужское. Ему не нужно никакое оплодотворение. А мир должен быть оплодотворен. Из нее, из глубочайшей глубины матрицы, из матери, из материи, мы поднимаемся к женщине, к плодовитой женщине. И Мария стоит у него на самой вершине. И она, опять же, стоит в его работе очень близко к церкви. И здесь мы соединяемся. Однако в церковной иерархии женщины кажутся представительницами низшего ранга, если они, например, не могут стать священниками. Вы сами как-то написали, если женщины чувствуют, что они способны к священству, то это лишь их воображение. Как все это сочетается с тем, что женщины играли в вашей жизни такую большую роль? Но не как священники. Я был знаком со многими женщинами, очень выдающимися женщинами, как, например, Гертруда фон Лефорт или Фредерика Герес. Они очень активно выступали против женского священства. И всегда с тех позиций, что церковь сама по себе женственна, что Мария воплощает собой церковь и таким образом играет куда большую роль, чем Петр со своим институтом и репрезентацией. Хоть у него и есть своя функция, он не является самой ее сутью, он лишь представляет собой некое единство, коим он сам не является. Точно так и священники в алтаре. Этот человек лишь репрезентирует нечто. Он может репрезентировать Бога, так как Бог в данном смысле, у него, конечно, на самом деле нет пола, так как Христос мужского пола. Однако единство женщины, церкви и Марии
Все это я взял из сочинений де Любака и отстаивал эту идею во многих других публикациях. Женщины унижают себя, когда они требуют себе священства. Конечно, в церкви есть куча примеров злоупотребления среди мужчин-священников. И очень даже возможно, что женщинам можно уделить куда больше почитания и достоинства в лоне церкви, чем это делается в современной клерикальной церкви. Мне бы этого хотелось. В хранилище собора Парижской Богоматери лежит письмо Поля Кладеля. В нем поэт описывает, как он пережил свое обращение в христианство в этой церкви в день Рождества 1886 года. Вы перевели множество произведений Кладеля, а также Бернаноса и Пеги. С Кладелем вы были знакомы лично, и вы перевели их работы на немецкий язык так проникновенно, что эти переводы были поставлены на сценах Базеля и Цюриха, например, с Марией Беккер, в Германии в том числе. За это вы получили награду имени Готфрида Келлера. Почему вы стали заниматься переводами? Почему выбрали именно этих писателей? Кладель был очаровательным и космическим человеком. Он не мог упустить ни одну звезду. Ему нужно было целое. Его католицизм был своего рода космическим. Это одна из черт, которая меня в нем привлекла. Это хорошо заметно в его больших одах, которые я с огромным удовольствием перевел. С другой стороны, у него есть эта великолепная пьеса, которую все знают, «Атласный башмачок». Это такая космическая пьеса, где люди представляют собой континенты. Там китаец — это Китай. Здесь некто из Альмгро — это Южная Америка. Весь мир находится на сцене. И есть страшный конфликт во имя любви, которая должна стать чем-то большим, чем просто сексуальность. Если вы прочитаете мою главу о Данте, то найдете там то же самое. Как личная любовь к Беатриче возвышается до любви небесной, и там, наверху, он снова ее находит. Вы переводили из других языков — испанский, латинский, греческий, писателей, мыслителей, мистиков. Ваш слоган был «назад к истокам». Вы не стали заниматься душепопечительством с позиции психологии и подстраиваться под современность. Вы всегда следовали этому своему «назад к истокам». Это так. Я хотел быть там, где в истории внезапно возникает нечто первоначальное. И первоначальное означает для меня евангельское в соответствии с Евангелием. И меня всегда интересовали люди, в которых кипит такая энергия. Является ли это своего рода утверждением христианской веры, проявляющей себя в светском пространстве? Да. Если вы взглянете на второй том моей книги «Слава Господня», то заметите, что первая половина посвящена духовным стилям. Там я нахожу множество великих фигур, вплоть до Бонавентуры и Фомы Аквинского. Что в духовном пространстве может впоследствии превзойти их? Далее странным образом появляются миряне. Первый Данте, потом такие личности, как Паскаль или Соловьев. Вы уже дважды дали мне меткое определение клерикальной церкви. Морис Блондель в 1910 году описал именно ту церковь, против которой и вы боролись в 50-х годах. Ту позицию церкви, которую мы называем интегрализмом, он описал так. Вместо того, чтобы по завету Господа оставить на пастбище 99 верных овец и пойти искать потерявшуюся, мы остаемся возле одной, которая нам верна, чтобы привязать ее еще крепче. Вы сами как-то приводили эту цитату. Я этого не помню, но в любом случае, цитата хорошая. Где вы в первую очередь почувствовали этот интегрализм? Было ли это в Риме, тех лет, в клерикальной церкви, или в вашем ордене, из которого вы позже ушли? Нет, я бы так не сказал.
скорее в некоторой теологии, которую нужно было учить наизусть. Она была недостаточно открыта для мира. Разрушение бастионов должна была открыть границы, но позже эта идея была неправильно истолкована и превращена в мешанину всяческих религиозных или христианских деноминаций. Сейчас они хотят обратить себя в некое всеобщее христианство. В этом мне не хотелось бы участвовать. «Разрушение бастионов» была написана в 1952 году, задолго до собора. Да, за 10 лет. Должно быть, вы чувствовали себя очень притесненным и отверженным. Однажды в споре с одним бывшим другом из времен Энгельберге вы сказали: «В эти годы я практически объявлен вне закона. Если я выйду из укрытия, я подставлю себя под пули». Да, так и было. Мне было 50 лет, когда я покинул орден. Никто из швейцарских епископов не хотел брать меня к себе, так как определенные люди закрыли мне все пути к епископству. Потом я провел 3 года один в Цюрихе и получил разрешение принимать исповеди и читать мессы. Но ничего более. У меня не было епископа. Мои друзья-миряне в Цюрихе выступили в мою поддержку в Курии, чтобы я получил епископа. В конце концов, епископ Каминада взял меня к себе. Также вас не позвали на Второй Ватиканский собор, и вы не получили кафедру Гвардини в Мюнхене. Я отказался от всех профессорских должностей. Я получил 5 или 6 предложений. Были ли у вас в эти трудные времена друзья? В Цюрихе у нас была хорошая банда старых друзей по учебе. Я много работал в Цюрихе. Например, именно там я написал «Бернаноса». И, конечно, по временам я бывал в Базеле. Я путешествовал, преподавал духовные упражнения. Вне закона означает, что я был для всех чужим. Эти 3 года были очень горьким временем для меня. Вы тогда ссылались на Бернаноса. Священник может стать святым либо посредством пастырской службы, либо страдая от несправедливости церкви. Я не хочу никого ни в чем винить. Выход из ордена не озлобил меня. Если подумать, то после этого мне удалось сделать гораздо больше, чем до. И у меня остались очень хорошие друзья в ордене. Например, у меня есть один очень хороший друг в Сан-Франциско, который открыл свое собственное издательство, чтобы публиковать книги «Адриен фон Шпайер» и мои. У вас потом появились друзья и внутри официальной церкви. Нынешний кардинал Ратцингер, префект конгрегации доктрины веры, тоже ваш друг. Вы работаете вместе с ним. Я всегда говорил, все друзья улетают от меня наверх, как воздушные шары. Они становятся епископами и кардиналами. Делюбак, Ратцингер, теперь и Лемон стал епископом. Это была потеря для меня. У него сейчас много других дел. Создается ли у вас ложное впечатление, если мы скажем, что в 50-х годах вы пробили определенные бреши в бастионах церкви, и что в 60-х и в последующие десятилетия вы боролись против прорывов плотин в католичестве? Пожалуйста, можно и так сказать. Сказано метко. Откуда взялся перелом? Нет никакого перелома. Почему нет? Так кажется многим. Все так, как я вам сказал про Раннера. Мы сами не изменились. Однако люди, которые раньше причисляли нас к левым, теперь называют нас правыми. Потому что они сами стали левыми. Мы же всегда хотели оставаться посередине. Я ничего не могу поделать с Лефевром. Как по мне, так он противоречит сам себе, желая быть католиком, не признавая собор. Но и с либералами мне не о чем говорить, так как они разрушают мой образ Христа. Мне нужен центр истины. Христианской истины, не моей собственной.
Вы решительно выступили против интегрализма. Вы написали в одном месте в Максиме Исповеднике, что интегрализм — как мучнистая роса, убивающая все. Сперва живую библейскую теологию, потом связь между богословием и духовностью, а потом свободную республику умов. Как насчет современной католической церкви? Кажутся ли вам в ней эти три принципа осуществленными или закрепленными? В церкви ничего не бывает закрепленным. За это всегда приходится бороться. Я бы сказал, что нынешний папа это понимает. Он интересуется всем, что связано с философией. Нормальной, хорошей, серединной теологией. Он пытается сохранить диалог со всеми. Ему, возможно, стоило бы побольше говорить с представителями других религий. Он все время обращается лишь к католикам. Я его ни в чем не упрекаю. Он уже сделал очень многое, видит Бог. Он был в Маниле и много где еще. Но он собирает вокруг себя лишь католиков. За границы церкви разговор выходит редко. Церковь — это не замкнутое пространство, а наоборот. Идите, научите все народы. В этом и есть суть христианства, что оно идет в народы. В противовес иудеям, которые хотят назад, в свою землю. И какое место тогда отводится другим конфессиям и религиям внутри церкви? Вы очень рано, в начале 50-х годов, первым из немецкоязычных католиков издали книгу о Карле Барте. И вы тогда сказали: «Чем больше церкви остаются верны сами себе, тем сильнее они сближаются». Да, если они остаются верны сами себе, то они приближаются к Евангелию. Здесь мы, как католики, можем задать себе множество вопросов. Это правда соответствует Евангелию? И лютеране, и кальвинисты тоже могут задать себе вопросы. И если Карл Барт, например, Мордикус, нападает на Кальвина, то он делает это во имя Евангелия. Евангелие как мерило. Да, вы почти как Лютер, когда выбираете Евангелие единственным мерилом церкви. Я выбираю Христа мерилом, так как он основатель. Существует легенда об 11 тысячах дев. Вы ее рассказали и написали о ней книгу. На дев напали гунны и убили их, однако одной деве удалось незаметно скрыться из-за страха за свою жизнь. Ее звали Кордула. Ночью ее обуял страх за спасение ее души, поэтому на следующий день она открылась гуннам и также приняла смерть. Вы называете это крайней необходимостью. Что для вас сегодня крайняя необходимость? Где вы видите Кордулу? В чем бы вы хотели присоединиться к ней? Боже, да везде, где церковь преследуется. И это происходит по всему миру. Еще никогда не было столько гонений, как сегодня. Это крайняя необходимость, она везде. А для европейского христианства? Да, им стоит немножко больше заботиться о мире, а не только о своем благополучии. Конечно, в Европе есть много хороших вещей, очень важных инициатив, но все еще есть эти шоры. Пока Данцас и Куони их возят, они радуются, что могут поехать в Манилу или бог знает куда еще, подальше от утесов, где все горит. Это кажется мне ужасным. Где, на ваш взгляд, находятся сегодня места, где необходимо драматическое вмешательство? Например, где зарождается кризис или где происходит нечто решающее? В первую очередь я назвал бы Южную Америку, потому что здесь вскрывается нечто абсолютно центральное для христианства. Опция для бедных. Мы не можем обойти ее стороной. Однако нужно помнить, «L'Evangile d'abord». Понимание бедных должно быть христианским, а не только становиться основанием для марксистского анализа общества. В основании должно лежать больше. Я вижу там большой потенциал, если все и правда изменится к лучшему, чего не хватает многим другим теологам.
И южноамериканцы чувствуют, что мы очень теоретически теологизируем вокруг да около. В США этого еще больше. Церкви также всегда проповедовали об аде, по крайней мере, в прошлом. Вы сейчас говорили о потенциале, который видно в мире. В чем же состоит опасность? Опасность состоит в крайностях, которые всегда отбрасывают одну из составных частей. Например, это опция для бедных. Например, идея коммунио. Потому мы и назвали наш журнал именно так, и превращаем коммунио санкторум в коммунизм. Это обочина пути, на которой уже не видно ни свободы, ни достоинства человека. Так всегда, когда вещи слишком форсируются. То же самое и в либерализме или интегрализме. Все это обочины, а мы должны идти посередине. Интегрализм мы уже обсудили. А что с либерализмом? Ах, Господи. Все эти формы разрешения феномена, которые все еще подпитываются истинной субстанцией. Возьмите, например, старика Гарнака с его учением о добром Боге Отце. Это у него, конечно же, из христианства. Однако, когда он отказывается от своей сути отношений между Отцом, Сыном и Духом, какими мы их видим в жизни Христа, и видим в Иисусе лишь человека, то он питается плодами традиции, которой больше не принадлежит. В чем бы вы хотели поддержать сегодняшнего человека, дать утешение? В смысле жизни. Человек больше не знает, почему он здесь. Поэтому молодежь приходит к нам с радостью, если показать им смысл жизни. Невероятным феноменом, в котором я вам уже рассказывал, является Италия. Когда я приезжаю в Италию, а я не говорю по-итальянски, передо мной стоят тысячи. Они просто хотят увидеть этот смысл, и они хотят жить им. Они живут им. Это поразительно. Это, пожалуй, даже романтично. В Германии просто так не получится собрать перед собой тысячи. Хотя у меня во Фрайбурге собирается достаточно людей на съезде католиков. То есть новая форма молодежного движения в конце этого столетия? Да, но молодежь совсем другая. Она уже не такая романтично настроенная, как у Гвардини. Она уже не такая бурная, как в 68-м году. Вместо этого она находится в поисках центрального смысла, и в этом я вижу наш огромный шанс. Однако она в том числе критически настроена. Она хочет видеть этот мир насквозь и, с другой стороны, сделать его своим домом. Или же она тоскует по обретению мира как своего дома во Христе, как это было в 20-е годы. Таких, конечно, немного. Но толпа никогда и не решает. Лишь когда могут быть взращены такие личности, которые могут выстоять и оказать влияние на других, как Максим Исповедник, тогда можно сказать, что есть течение и есть магнит. Чего бы вам хотелось еще успеть достичь перед смертью, перед вашей смертью? Я ничего не хочу достичь. Я позволю себе медленно угаснуть. По-другому уже не выйдет. Человек должен быть везде. Человек может быть отпущен. Если мне покажется, что я могу еще написать том теологики, я с радостью это сделаю, но я не знаю, смогу ли я. Сейчас мне более важно другое. Молодые люди, молодые священники, доклады, журнал, в том числе издательство. И охотнее всего человек просто исчезает посреди всего того, что кажется ему важным. Ханс Урс фон Бальтазар, спасибо вам за эту беседу.